Ребята, всем здорово! Хочу сказать грустную новость, но Артём ушел с канала. Это был последний ролик с Артёмом, Сиял Батя, первая серия. Уже вторая серия скоро выйдет. Ну, Сиял Батя. Ну, перестал меня писать, пока я проснулся. Пока какой-то предатель зашел в мой аккаунт, а я ничего я не писал. Это все ошибка. Как никогда. Я писал на Дзене, на его канал. Эх, жалко, что Артём мне не будет общаться. Итак, что смотрите, что я пишу Артёму. Смотрите, сейчас я пишу Артёму. И вот, к сожалению, в данный момент вы сможете отправить сообщение только взаимным контактом. Как так-то? Я хотел общаться, что сделал Яксю на новый ролик. Блин. Да так что, найдите телега-бота SpamInfoBot. Это помогает там разблокировать. Будет ограничение, будут сняты 12 октября, 15:10. Ну, так что, по ссылке в описании. Так что, как ваши друзья перестали вам общаться. Ну что, продолжаем. Так что, Артём мне перестал общаться, до которой я лёг спать. Потом я проснулся, а там я пишу ему извинения. А там вот какая-то ошибка, ему уже нельзя писать. Вот это печалька. Последний видос был. Печалька. Эх, да опять я тут его, это игрок канала основной Артёма подписался, и опять я вижу, а там и отписаны. Того его нету. Так что, если вернется Артём, будет общаться, Артём в Телеграме. Так что, найдите в Телеграм-бот SpamInfoBot по ссылке в описании под видео. Всем до новых встреч!